Блин, как же я хорошо сегодня поспал. Жаль, что сегодня на работу ночью я плохо высплюсь. Ладно, может там на работе посплю. Надо попить колы. Ладно. Ну, надо хотя бы посмотреть, что там такое. Там, в этой пиццерии. Блин, моя машина куда-то укатилась. Ну ладно, я ее потом возьму. Значит, Фредди Фазбер спица. Интересно. Так, а что тут дверь открыта? Так, значит, тут Бонни, Фредди и Чика. Вроде бы тут еще должен быть какой-то. Нет? Вот, да, Фокси. Out of order. Значит, он не почти сломан. Ну ладно, я пойду посплю дома. Дома, чтобы потом ночью пойти на работу. Ну сейчас пойду посплю. Блин, все уже ночь что ли? Как-то быстро ночь. Ну ладно. Ладно, выпью еще колу. Так, ну ладно, пойду тогда. Так, мне вроде говорили, что там нужно вырубить рубильник. В электричестве. Интересно. Так. Так. А что тут уже все выключено? Так. Ну ладно. Ладно, вот сюда вот мне надо, значит. Ладно, пойду проверю камеру. Пилик. Ну так, ну, алло. Алло, у тебя первая ночь, но ты неплохо справляешься. Я тебе могу сказать, что будь осторожен, потому что эти игрушки, они могут жить своей собственной жизнью, они могут ходить. Игрушки могут ходить. Странно. Так, а что я могу тут делать? Так, значит, так вот смотреть. Так, вот так вот закрывать с двери. Значит, ладно. Сейчас проверю камеру. Значит, тут все на месте. Ага, понятно. Так, здесь вот тоже все нормально. Так, ну тут надо проверить хотя бы. Бонни, уходи отсюда! Кто ты такой? Уходи отсюда! Блин, надо его как-то припугнуть. Свет! Вот так вот. Раз, два, три. О, он ушел. Блин, ну может тут просто закрыть дверь из... Нет, по-моему, электричество мало. Ну сколько там еще осталось? Еще час. Ну ладно, надо ждать. Вроде он ушел. Сейчас посмотрю. Да, он там стоит. Так. Чика! Уходи отсюда! Уходи! Уходи! Ну ушла? А! Уходи! Уходи! Уходи отсюда! Ушла? Ушла. Вот. Так. Ну-ка, сколько времени? 6 часов! Ура, пора! Ура, обратно! Пора домой! Ну, сейчас я посмотрю, не ошибись ли часы. Да, день! Ура! Наконец-то можно уходить отсюда. Так, и сейчас надо включить электричество. Все. Теперь они ничего не смогут делать. Ура. Блин, ну почему-то так странно все это. Ходят как-то. Опасные игрушки. Ладно, странно. Вот завтра еще ночью. Смело. Ладно, всего лишь 7 дней. Все тогда. Надо отдохнуть.